Всем привет, с вами я Клаус, и сегодня я хотел бы вам показать новый способ взлома серверов в Майнкрафте. Показывать я буду на примере сервера Huge World, этот сервер пиарился у меня в комментах и будет за это наказан. Ну что ж, давайте я вам продемонстрирую, что ничего я ломать не могу. Так, как вы видите, я ломать ничего не могу, пробуем что-нибудь написать. Гэм-1, пекс, команда небезопасна, но пекс вообще походу заблочен там. Оп, не могу, гамми-моды-1, да, бц, пт... Что еще можно написать? Бан. Видите, то есть я ничего писать не могу, и ломать я тоже ничего не могу. Но есть одна замечательная команда, которая называется сервер хак. То есть мы ее прописываем, вылазит такая менюшка. И да, чтобы она работала, нужно, чтобы был плагин. А сам плагин я вам скину за 5000 лайков. То есть сама команда будет в описании. А чтобы получить плагин, вы должны набрать на этом видеоролике 5000 лайков. Так что ставьте лайкосик свой и просите друзей, чтобы они тоже поставили лайк этому видеоролику. И все вместе мы сможем набрать лайки, и я вам скину ссылочку на скачивание данного плагина. Так что да, давайте я вам еще раз продемонстрирую, что ничего я ломать не могу. Так, как вы видите, да, ничего ломать не могу. Но как мы с вами прописываем, так, гэм-1 пробуем написать. Ну как мы с вами пропишем команду сервер хак и тыкнем вот на это золотое яблочко, нам с вами выдастся опка, звезда. Ну, нет, звезда нам только выдастся, но звезда это, если что, даже лучше, чем опка. Вот, ломать не могу. Пишем сервер хак, тыкаем на яблочко, нам пишет сервер взломан, и пробуем что-нибудь сломать. Да, как вы видите, мы сейчас можем все это ломать дело, попробуем написать гэм-1, там... Как вы видите, у нас все прописалось, и мы можем спокойно сейчас ломать данный сервачок. Да, еще раз, ребятки, повторяю, что ссылку на скачивание данного плагина я скину после того, как на этом видеоролике наберется у нас 5000 лайков. Так что ставьте лайкосик и получите ссылочку на скачивание данного плагина. Так, а пока что я заготовлюсь. ПТ, сферы, лава, 5. Так, и удочка. Зачем мне удочка? Блин, такой кролик няш. Не, удочку я выкину, она мне, по идее, не нужна. И, наверное, уже будем начинать. Да. Я надеюсь, что данный сервер больше не будет пиариться в комментах, что он, ну, поймет, что это плохо делать. Я надеюсь, что админ будет, посмотрит этот видос и больше так делать не будет. Так, ну что ж, давайте начнем ломать, в принципе. Так, бэц, 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 минус дом, минус спавн. Да, дома людей я трогать не буду, я буду трогать только спавн, потому что люди так, по сути-то, и не косячили. Не просто поддались вот этому обману какому-то, что ли, так сказать. Хотя я не знаю, есть ли тут обман, но просто вот пиару в комментах не поддались, вот и все. Да. То есть, вот этот сервак просто пиарился в комментах и не давал мне читать, вот, ну, комменты от подписчиков, чтобы вы писали какую-то критику, пожелания каналу и так далее. Так что все вот так вот. Я считаю, что я делаю правильно, что вот наказывают такие сервера, которые пиарятся в комментах. А как считаете вы? Напишите об этом в комментиках. Мне будет очень сильно по... интересно почитать их. Еще извиняюсь, что я запинаюсь, просто записываю довольно-таки уже поздно. Охота спать. Я не знаю почему, но у меня сейчас сбился режим сна, серьезно. Я ложусь спать почему-то в 4 часа ночи и просыпаюсь где-то только часов 6 вечера. И это на самом деле очень тупо, надо его менять. Нужно будет вот где-то лечь в 11 часов, но почему-то я никогда не могу, вот, допустим, я ложусь даже в 12, пытаюсь, да, я не могу заснуть, я все время о чем-то думаю, вот, что-то себе представляю, о чем-то мечтаю, и вот у меня чисто из-за этого не получается заснуть, и это, в самом деле, очень тупо, так что да. Напишите также в комментиках, во сколько часов вы засыпаете, и примерно во сколько просыпаетесь, мне будет интересно почитать, так что да, пишите. Так, еще раз повторяю, что сам хак-плагин я вам скину за 5000 лайков, так что ставьте лайкосик, и вы получите данный хак-плагин. Ну, кстати, на этом сервачке не очень-то и большой спавн, правда, PvP начинается... Он, ну, я заметил, что спавн криво вставлен, и PvP начинается довольно-таки далеко уже от спавна, так что это довольно-таки такой большой недочет, если можно так сказать, сервера данного. Ну, сервер, по-моему, школа-ло. Так что да, поэтому мы его крашим. Потому что нормальный бы сервак не стал пиариться в комментах. Ну, как мне кажется. Так что вот, ломаем все это дело. И все. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Пропишем команду save all, чтобы админ не смог это все дело восстановить. Так, это выкинем, наверное. И что можно еще сделать? А как там пишется команда пирамиды или как? Потому что я помню, что-то было такое, но... Блин, я не помню, как она пишется, фак. Надо будет потом у доме расспросить, как она пишется. Потому что, серьезно, что-то в голове переклинило. Вот знаете, такие вот моменты бывают, что в голове клинит, ты не можешь вспомнить элементарные вещи.
Вот со мной такое часто бывает, потому что я в основном записываю ночью. И это очень тупо. Надо записывать уже, начинать днем. Потому что днем и возможностей больше, и сил больше, и времени больше, да. Так что как-то так. Так, опять же, прописываем с вами команду Save All. Ставим тут лаву, тут, вообще вот повсюду. Так, потом давайте с этим что-нибудь, просто один. Начиная, допустим, оттуда и заканчивая здесь. С этим... чем? Так, хотя тут можно топором выделить. Так, ребятки, чем мы будем сетать? Кстати, также напишите в комментах свои предложения, чем бы вы хотели, чтобы я вот в следующий раз сетал. Там не просто, вот, допустим, лавой и водой, да, а вот может какими-то блоками такие, может что-нибудь интересненькое есть. Так что пишите, мне будет интересно писать, и может я этим и сетну. Так, сет. Ну, пока что я хочу сетнуть водой. Сет, water. И чего, сера кофнется, да? Нет, глядите, не офнулся. Не такой уж он и шкалоло. Ладно, окей. Так, пропишем команду save all. Стоп, а я мобов смогу заспавнить? Spawn mob Ender Dragon. Моб не на... Офигенно, я его написал. Ender Dragon. Да, он заспавнился, найс. Ребятки, давайте их сейчас поспавним. Тут кучу, бац, сколько их, глядите, много. Они могут ведь, да, блоки лом... А, или не могут? Пацаны, вы можете блоки ломать? Не, блоки они ломать не могут, но... Ладно, пускай так полетают, чисто так попонтоваться, типа, что вот летают эндер-драконы. Ладно, пофигу. Мы с вами продолжаем ломать этот спавн. И наказывать сервер за пиар в комментах. Тут даже скелет уже какой-то заспавнился. Пытается сбежать с этого спавна, потому что он, походу, очканул. Ну, у меня уже начинает лагать довольно-таки сильно майн. Потому что тут уже куча лавы, куча воды, куча эндер-драконов, которые уже улетели. Спасибо, эндер-драконы, за вашу поддержку в ломании спавна. Так, спавн моб. Визер. Визер, вы же мне поможете, да? Визер 10. Бэтс. Ох, сколько людей. Точнее, сколько визеров. И все сразу накинулись на бедную овечку, пацаны. О! Ох ты, ох ты. Сколько же вас много тут, чуваки. Лол, а чё вы такой стаей большой летаете? Какие-то вообще неадекватные визеры. Стоп, а если эндер-драконов заспавнить, они же враждовать, да, должны? Ой, жесть. Дракончик испугался и улетел отсюда нафиг. Ну, понятно. Ну, что еще можно с этим серваком сделать, я даже и не знаю. В принципе, я вам уже показал данную команду, показал способ и... В принципе, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Так что, наверное, можно на этом уже будет и заканчивать. Сохраняем еще последний раз. И что можно сделать? ПТ. ПТ. Сфера. Лава. 5000. Бэтс. И все, сервак, короче, у нас офнулся. Сейчас, мне кажется, с него вылетит. И я думаю, что да. Да-да-да, на этом я... могу закончить. Ребят, в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. А с вами был, как всегда, я, Клаус. Все, всем удачки и всем пока. И овечка сзади меня тоже с вами была. Все, всем пока.